Белоснежный немецкий профиль, такие же сияющие белизной глянцевые акриловые подоконники. Сегодня в программе расскажем, как качественное современное остекление может преобразить балкон и квартиру в целом. Также вы узнаете, почему некоторые белоснежные оконные профили не тускнеют со временем, какие окна максимально защищают от постороннего шума и сохраняют тепло. Зимой у нас здесь цветы находятся, мы сами выходим сюда раздетые. Красноярцы выбирают термобалконы и термолоджии. Заходишь на балкон и приятно посмотреть на белоснежные стены, окна, подоконник. Все кажется простым, но очень гармоничным. Хозяева данной квартиры оставили балконное остекление от застройщика, но зато заказали в крупной производственной компании пластиковые окно и двери. В данном немецком профиле используется высококачественный пластик, который не потускнеет. И ваше окно останется таким же белоснежным весь срок своей службы. Также сотрудники компании облагородили пространство внутри, установили угловой шкаф. Шкаф – отличное решение для балкона стандартной ширины, а также сделали облицовку пола, стен и потолка. Кстати, окна и двери смотрятся максимально белоснежными благодаря использованию белого шлегеля, то есть уплотнителя, который в обычных пластиковых конструкциях черный. Что ни говори, а детали важны. Поэтому сотрудники крупных производственных компаний стараются максимально точно понять желания клиентов и предложить оптимальные решения. У меня балкон прямоугольный, и на данный момент створки боковые, они вообще не открываются. Можно ли их сделать открывающимися? Конечно, это можно сделать. Это очень удобно в хозяйстве для мытья окон. Также можно сделать даже каждую створку открытую на прямом балконе. Хочу обратить внимание на новинку – шестикамерный профиль. Он очень теплый и обладает максимальной звукоизоляцией. А также фурнитурный паз закрыт уплотнителем. Это позволяет препятствовать попаданию пыли. Звуконепроницаемые и теплосберегающие окна – это идеальный вариант для владельцев загородных домов, коттеджей. Кстати, сейчас в некоторых крупных производственных компаниях такой германский шестикамерный профиль представлен по цене пятикамерного. Также важно, как объяснил специалист, чтобы окно служило исправно и долго, должны быть не только качественные материалы, но и правильный монтаж. Окно монтируется со сдвигом от четверти, то есть в более теплую сторону. Используется высококачественная пена, а также достаточное количество анкеров. Обязательно пара гидроизоляция и внешний уголок монтируется вовнутрь. Это выглядит эстетично, а также препятствует попаданию влаги. Если вы хотите сделать теплый балкон, крупные компании предлагают термолоджии. Это не только теплое остекление, но также еще и теплая отделка. Можно сделать теплые полы, утеплить стены, потолок. И практически получится как полноценная теплая комната. Именно такой термобалкон установили в квартире Натальи Тихоновны. Вовремя все сделали, ребята работали аккуратно, вынесли все за собой, убрали. Мы качественно остались довольны. Новое остекление у нас получилось, пластиковое, очень удобное, теплое. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Официальный представитель «Рихао». Только до конца месяца балконы и окна со скидкой 50%. Звоните прямо сейчас. 228 70 88. Сайт махаон24.рф.